Что произошло? Сейчас? Да. Вы проебали, брат. Белочка. Это, у нас это 5 фактов. Выиграл человеку чемпиона мажора. Ну все. Вот это запомнился. Он прошел. Это запомнился, мы проебали. Не знаю, ну еще много игр, брат. Да прям в тильте. Да не в тильте. Нет, это расстроение, я вижу. Ну я просто, блядь, меня бесит, типа, моя личная игра, то, что я не могу, типа, пиздец охуенно сыграть. Не получается. Слушай, я вообще не в теме, но я знаю то, что на КС очень много денег тратить. А, ты хочешь узнать, сколько мне заплатили? Да. Нет, хочу узнать, сколько стоят твои скины. У меня не пиздец дорого стоит. Там не дорого? Тысяч на 25 максимум. На 25? Да. Это скромно считается? Да, это считается скромно. Ну, типа, у меня было и подороже на комментарии. С ножом, там, с перчатками, со всеми. А потом что? Ты все? Ты одумался? Потом деньги закончились, пришлось продать. Нормально. Ну, что у тебя по прогнозам? Да не знаю, но в целом у нас команда рабочая. Типа, мы можем спокойно всех выигрывать. У нас есть Алмайзер, который пиздец, что за игрок, я не знаю. Он каждый катку по 40 кг делает. Поэтому шансы есть, будем биться. Понял.